Привет, дорогие мои, с вами Дыга Лариса, и вот Буся из кадра уходить никак не желает, она сегодня хочет быть поближе к вам. Скоро-скоро Новый год, на улице пока что только осень, а каталог уже новогодний, и у нас сейчас с вами обзор 16-го каталога. Уже подарки, уже готовим, уже заготавливаем. И я каждый раз думаю, ну надо покороче видео, а я могу о косметике говорить до бесконечности, я это все люблю, я каждый раз увлекаюсь и думаю, ну как об этом не сказать, как об этом не сказать. Так вот, для обзора этого каталога мне особенно сложно было, думаю, ну выберу 15 продуктов. Нет, ну 20, ну 30, и давай загибать все страницы, о которых хочу рассказать. Даже не представляю, сколько времени буду говорить. Так, сосредоточусь, постараюсь покороче. Давайте начнем. У меня уже есть отдельное видео, где я рассказала о трех самых крутых предложениях из каталога. Переходите, смотрите. Ну, конечно, весь каталог посвящен подаркам. Также в 16-м каталоге у нас Черная пятница. Ну, не знаю там как, где, у кого-то это просто один день. Арифлейм решила пошиковать, и у нас Черная пятница все три недели на протяжении всего каталога. И ряд глубоких скидок и предложений. Много разных вариантов. Много разных наборов, много разных ценовых решений, и это удобно. Прям вот классные такие есть предложения. И на работу очень хорошо. И родственникам, и друзьям вот прям есть что выбрать. Новинки в коллекции Essence It Go. Девочки, люблю я эту коллекцию. Мне очень нравится, что уже, наверное, третий год кряду. Да, третий год. Компания выпускает новинку в этой коллекции и всегда предлагает ее по шикарной цене. А эта коллекция имеет очень стильный, интересный дизайн. И она вся имеет в своем составе натуральные эфирные масла. И это придает особого лоска коллекции, особенно удовольствие при ее использовании. Ну и, конечно, для нашей кожи эфирные масла это тоже большой плюс. И они очень сильно влияют на настроение. Поэтому все эти коллекции для меня всегда это настроение. Новинка. По новогодней цене 215 гривен. И в него входит жидкое мыло для рук и тела с бузиной и бергамотом. Лосьон для рук и тела с таким же ароматом. И мыло. Мыло из этой коллекции, они особенные. У нас все мыло шикарные. Я обожаю наше мыло, особенно на глицериновой основе. Но эти, они не просто как будто бы увлажняют, они вот как будто кремом наполняют. Ну, даже нет, не то слово. Все-таки вот эти масла, входящие в состав, они вот по-другому коже ощущаются. Очень приятные в использовании. Традиционно огромные куски, но в этот раз, обратите внимание, мыльца 75 граммов. Все это вместе 215 гривен или минус 20%, если вы зарегистрировались, под видео ссылочка. Пишите, помогу зарегистрироваться, почему бы не приобретать косметику со скидкой. Следующий разворот. Очень интересный, потому что аж 5 масок, все они в новой упаковочке, как йогурт или как джем скорее запакованные. Интересно, с разным воздействием буду приобретать и пробовать. Глубокая скидка на туалетную воду Люсия, она любимица многих и уже очень давно. Белая сирень, плющ, индийский сандал. Очень женственный, очень легкий, светлый, воздушный аромат. Можете потестировать. Особое настроение, и вы знаете, какая-то вот для меня даже есть праздничная нота. С 12 по 15 страницу у нас действует интересное предложение. При заказе любых двух продуктов с этих страниц вы можете взять продукты не просто по скидке, а по двойной скидке, самой низкой, самой приятной. И у нас здесь тушь с эффектом накладных ресниц. Я уже несколько раз брала эту тушь, она у меня есть. Действительно, ресницы прям... Ну, раза в два становится объем, мне кажется, как будто ресниц в два раза больше. Отличная, удобная кисточка, она плоская по центру и имеет ворсинки по краям. Я ее все время беру в синем оттенке, мне нравится. Синий оттенок дает приглушенный подтон, и кажется, вроде бы они черные, но вот этот синий подтон очень красиво смотрится с моими карими глазами, с синими стрелками. Я иногда делаю макияж контрастный, коричневые тени наношу, и синие стрелки, синяя тушь. По-разному играю, мне нравится. И да, объем действительно классный. Сначала вы наносите тушь на ресницы плоской частью, вот там, где туши много, потом расчесываете уже ворсинками. Вот тушь могу советовать, отличная. Стойкие помады, плотное нанесение, не плешивят, имеют красивые оттенки. Стойкость до 10 часов, и при этом
они не сушат губы, они в своем составе содержат ореховое масло, поэтому комфортны на губах. Скидки до 60% HRX. Я как-то так подсела на эту коллекцию. Есть шампунь, кондиционер для окрашенных волос. И тот период, когда я окрашиваю волосы, я месяц после этого, я рыжими красками крашусь, они у меня где-то месяц держатся на волосах. Я пользуюсь только этой серией. И вот нужно будет пополнить, хорошая цена, 109 гривен на любой из продуктов. Также у нас здесь есть восстанавливающая серия, она хороша для сухих волос. Если волосы повреждены, прям вот советую. И да, здесь есть CC-крем. Я даже его хотела вставить в выборку лучшие продукты из каталога, лучшие предложения. Ну, наверное, большинство женщин нуждаются в этом продукте. И если хочется вот самый минимум продуктов, которые по уходу за волосами, это вот шампунь, кондиционер и CC-крем. Очень классный. У меня еще из старой коллекции. С ним можно спасти даже самые-самые убитые волосы. Вот прям мочалку такую, да, вот когда уже совсем уже экспериментировали, удовлетворили любопытство. Все, что было, зеленый, синий, голубой, какой угодно цвет, но волосы будут повреждаться. Вот даже в таких случаях, после мытья я наношу всегда и кондиционер, потом я на руку наношу это средство, на волосы пробовала распылять, как-то мне не очень, на руку наношу, распределила, и вот так распределила уже по чистым волосам, и волосы становятся гладкие, шелковистые, блестящие, не электризуются, причем и термозащита, то есть если вы воспользовались плойкой или феном, знаете, ваши волосы защищены. У него 9 или 12 пунктов, по которым он работает. Работает, действительно работает. Волосы будут выглядеть отлично с этим продуктом. Причем я нашла два способа его применения. Можно вот так, как я рассказала. То есть промокнули волосы и распределили, ну, не доходя до корней, CC-крем. А можно получить более интенсивное воздействие на волосы, на день раньше загрязняться. Но зато выглядеть будут просто восхитительно. Вот вы вымыли волосы, смыли кондиционеры, с шампуни все смыли, у вас мокрые волосы, вы еще не промакивали полотенцем, берете то же самое количество этого средства и наносите точно так на волосы, но вот конкретно на мокрые. И уже после этого, не смывая, закручиваете, одеваете чалму и ходите, ну, минут 5 дольше с ней не нужно ходить. За счет того, что много воды еще на волосах, CC-крем, видимо, распределяется вот буквально по каждой волосинке, и волосы, ну, шелк вообще становится. Попробуйте, продукт прям великолепный, по такой цене его как-то уже давно не было. Вот прям советую, девочки. Дальше у нас новинка предыдущего каталога, пчелиный воск и миндаль. И тоже любой продукт 50%. И если вы или ваши дети часто бывают на улице зимой или любите ходить без перчаток, обратите внимание на эти защитные кремчики. Где-то за полчаса, ну, лучше, конечно, за хотя бы за 40 минут нанести крем нужно на руки, и вы выйдете на улицу, руки не будут заветриваться. То же самое касается щечек вашего малыша, ну или ваших, если вам нужен защитный, или вы много времени на улице проводите. Опять же, бальзам для губ, если губными помадами не пользуетесь, губы защищать нужно, они тоже стареют, обезвоживаются, трескаются. Ну, бальзам нужен не только нам, это и мужу, и ребенку. Мужчины, кстати, страдают больше, мы губную помадку нанесли, и уже есть защита, а у мужчин постоянно они трескаются. Мне когда-то один мужчина рассказывал, говорит, еду в машине, и, говорит, прям губа треснула, и я, чем намазать? Я, говорит, вспомнил, жена помаду в бардачке все время хранит, я, говорит, достал, говорит, боль такая, невозможно, намазал, говорит, губы помадой, еду, прячусь, говорит, ну а что делать, больно, так что давайте не будем наших мужчин до этого доводить, а будем обеспечивать их тоже бальзамчиками. Есть даже пинцет с подсветкой, подобные продукты, я знаю, у нас уже были, и знаю, что некоторые девочки, особенно тех, у кого зрение начало портиться, и вблизи уже плохо видят, вот без этого пинцета просто не могут привести в порядок свои брови, так что обратите внимание. Очень меня лично компания порадовала, и прям лично считаю личным подарком для себя, девочки, напишите, для кого это тоже подарок от компании Oriflame, па-вам! Коллекция Royal Velvet рекомендуется для зрелой сухой кожи. И если вы страдаете сухостью и вам уже есть 35 и плюс, то обратите на нее внимание. Я крем дневной и ночной не беру, потому что у меня кожа не сухая.
И для меня это слишком. А зато крем для век, капсулы, молочко и тоник я просто обожаю. Причем, обратите внимание, крем для век, дневной и ночной кремы остались с тем же составом, что был до этого. Зато молочко и тоник компания обновила. Она убрала из состава пудру метеоритов. Все остальное осталось точно так же. Пропорции некоторые немножечко изменились. Я прям рада, что они появились. Особенно я обожала тоник. Он прям такой, как я люблю. И 40% скидки на любое средство. Прям вау-вау-вау, порадовали. Коллекция Nov Age. Если вы хотите выглядеть круто, если вы хотите выглядеть моложе своего возраста, если вы хотите удивлять и восхищать окружающих, это коллекция Nov Age. Запатентованные формулы, самые новейшие разработки, круто работающие, и подтверждено это клиническими тестами, коллекция Nov Age. И сейчас при покупке всей серии вы можете туалетную воду, любую из четырех, выбрать себе в подарок. Если же вы приобретаете мужскую коллекцию, то тогда вы мужскую водичку выбираете в подарок. И в этой коллекции у нас появилась новинка. Я в целом люблю всю эту коллекцию, но всегда обращаю внимание на что-то дополнительное, на что-то плюс, бонус. То есть у меня базовый уход, есть у меня классный результат, а я хочу еще чуть-чуть больше, еще сверху. И поэтому очень люблю капсулы, очень люблю маски всевозможные. Тоник использую как маску, тканевую масочку сухую прессованную пропитываю тоником, наношу на лицо, всегда эффект безупречный. И вот этот продукт как раз вот из этой области, дополнительный. Эта эссенция имеет нежную формулу, нежную текстуру и содержит мультиактивные морские пребиотики. И сейчас я смотрю очень много в научной среде, обращают внимание на полезные микроорганизмы. И говорят, что даже аллергия очень часто из-за того, что в кишечнике мало полезных микроорганизмов. А для того, чтобы они там были, нужно больше кушать продуктов с клетчаткой, потому что просто пить пробиотики недостаточно. Нужно, чтобы была подходящая питательная среда, да, и это, как правило, клетчатка. И то же самое для лица говорят, что для того, чтобы кожа была здоровая, чтобы воспаление меньше на ней было, чтобы экзем не было, тоже нужно, чтобы на ней, на коже, была полезная микрофлора. И пребиотики – это как раз и есть вот эта питательная среда для того, чтобы наши природные нам бактерии не погибали, а жили, здравствовали на коже во имя ее блага, во имя ее красоты и молодости. И очень интересный, очень сильный такой продукт ожидается. Я, конечно же, я его возьму, хочу его попробовать. И нам обещают, что мультиактивный морской пребиотик укрепляет каркас эпидермиса, увлажняет, восстанавливает кожу. Кожа должна разглаживаться, выглядеть моложе, и при этом должны сужаться поры. На следующих страницах у нас новинки, которые были в предыдущем каталоге. Крем для лица против покраснений наносится сверху крема. И если у вас есть капиллярчики возле носа, у меня вот еще над губой, щечки чрезмерно, то обратите внимание на этот продукт, дополнительно к вашему уходу наносите сверху, и этот крем работает. И опять это все клинически подтверждено. 50% скидки на коллекцию Optimals. Это наша базовая уходовая коллекция. И если вы не можете себе позволить дорогие крема из области, как Nov Age, то обратите внимание на эту серию. Я, кстати, периодически приобретаю тоже такие продукты. И зона декольте у меня, как правило, это коллекция Optimals. Очищающие, тонизирующие из этой коллекции великолепны. Сыворотки очень люблю из этой серии. Причем не только на декольте, они прекрасно работают. Коллекция под пигментацией действительно осветляет пигментацию, хорошо работает. А многофункциональный CC-крем против пигментации, это еще и тональное средство, которая работает против пигментации, не только маскирует, но и осветляет. Порадовала компания новыми лаками для ногтей в коллекции Colorbox. У меня еще ни одного оттенка из этой серии нет. Один было приобрела, но мне его клиентка забрала, я его так даже и не попробовала. И скидка 60%. Причем на всю эту коллекцию, это
недорогая серия, дешевые упаковки, но при этом достойное качество. Появилась также новинка в этой серии — карандаш для глаз. И у нас здесь бежевый оттенок и блестящий синий. Бежевый оттенок я рассказывала в обзоре 15-го каталога за этот карандашик в коллекции The One. Я его использую всегда, я его очень люблю. И 38,90 уже в коллекции Colorbox. Шикарное предложение. И интересное тоже предложение — блестящий синий. Всегда очень хорошо смотрятся стрелочки, когда там есть сияющие частицы. И у меня есть карандаш из давно ушедшей серии, такой темно-синий, с сияющими частицами. Очень его люблю. И здорово, что в Colorbox появились новинки. На страничке 109 палитра маскирующих средств The One. Три палитры. У меня есть видео, где я показываю эти продукты. На мой взгляд, если приобретать, то самый первый, вот он самый подходящий будет. Те, что второй, средний, в смысле естественный, они уже будут более темными. У нас здесь два кремовых консилера и один из них пудра. Кремовый консилер с розовым подтоном, он прям такой цвет необычный, но зато он очень хорошо, благодаря как раз своему цвету, маскирует круги под глазами. Если у вас это прям вот проблема, обратите на него внимание. Он, во-первых, очень плотный, а во-вторых, имеет специальный цвет, который с этим будет справляться. Кремовый консилер с желтым подтоном маскирует воспаление. Где-то точечно на любые участки можете наносить. Участки, где у вас воспаление, сверху припудриваются, потому что участок с воспалением, как правило, имеет более высокую температуру за счет воспалительного процесса. И корректоры как бы плавятся. Поэтому нужно, чтобы он был достаточно густой. Но густой видно на лице. И вот компания нашла такой выход. Корректор. Нанесли хорошо, он лег на кожу, нигде ничего не подчеркнул. А потом сверху вы уже припудриваете. Туалетная вода XI Дима Билан. Один из самых популярных ароматов. Он свежий. И если вы бываете где-то в дорогих магазинах с ароматами, в duty free, то, как правило, самый популярный аромат, и люди приобретают именно вот такие свежие. Дима Билан такой. И он очень устойчивый, он очень дорого звучит, хороший шлейф от него. И я знаю, что многие его по рекомендации приобретают. В смысле, услышали на ком-то, что это такое, и я хочу такой же. Причем приобретают его мужчины, которые что попало себе не берут, так что советую. Следующий разворот — Экла. Нестандартный, ни на что не похожий, очень дорогой. Аромат миллионера, он теплый, дым, сигар, что-то такое. Ой, он прям... Я когда первый раз услышала этот аромат, мужчина сзади прошел, и я обернулась, мне захотелось посмотреть, какой мужчина носит такой аромат. Что же это за мужчина? Классный, очень мне нравится. Туалетная вода Enigma. Бордовые розы, черное кружево. Манящий, дурманящий. В составе дурман, черная роза, сандал. Вот насколько передается все-таки образ через аромат. И цена вместо 940 гривен 365. Шикарное предложение. Если вам нужен такой аромат, обратите внимание. Новинка. Румяна в шариках Giordani Gold. Праздничный выпуск. И я смотрю... Легкое сияние написано, и они так сияют красиво, и оттенки такие красивые. У меня 3 или 4 румян в шариках Giordani Gold разных выпусков, разных оттенков, и мне хочется приобрести. Тем более сиять в этом году модно, и в прошлом году было модно. По-моему, это такой непроходящий тренд. И при покупке любого продукта из этого каталога 60% скидки, и эти румянчики вам обойдутся в 209 гривен. Долгоиграющие, надолго их очень хватает, и при этом они не ложатся пятнами. Они всегда смотрятся очень естественно. Их можно сортировать отдельно розовые, отдельно коричневые, в общем, по-разному. Я отдельно шарики отбирала для скульптурирования, но не сияющий вариант, конечно. Румяна бесподобные. Для их изготовления используется технология запекания. Их скатывают в Италии вручную. В общем, роскошный, качественный продукт. Кисть для тонального средства. Новая кисть обновлена. Она имеет более большой размер, чем та, которая есть у меня.
та, которая у меня плотно набита, и тональные средства я наношу только ей. Это очень удобно, это очень здоровски, и 60% скидки. Если у вас еще такой кисточки нет, советую, приобретайте. С помощью этой кисти любая тональная основа распределяется легко, даже самая плотная. Дальше 60% скидки. Опять же, все вот эти предложения при покупке любого продукта из каталога. И у нас здесь контурные карандаши для губ. Матовые губные помады «Икона стиля». Нравятся мне эти помады. У меня аж 2 оттенка из этой серии. Чайная роза и терпкий бордовый. Самый верхний в этой линеечке и самый нижний. Часто, когда я наношу, казалось бы, нюдовую помаду эту на губы, меня все спрашивают, что за губная помада на губах. И с помощью нее можно немножечко выйти за край губ, и никогда этого не видно. Всегда губы прям такие объемными, красивыми смотрятся. В общем, помадка супер. 323-26 и 323-17. Новинки в коллекции Giordani Gold «Икона стиля». Матовые губные помады с эффектом металлик. И в составе омолаживающее органовое масло, традиционно кремовая текстура и необыкновенный эффект. Парфюмерная вода Miss Giordani Intense. И к ней набором можно взять или по отдельности крем для душа и лосьон для тела. Конечно же, лучше взять набором, потому что по отдельности каждая баночка, даже по скидке, стоит 99 гривен и 95, а если взять набором, то 99. Этот набор вы можете взять при покупке одного любого продукта из каталога. Не нужно выполнять условия «купи на 200, на 300 или на 500». Просто любой продукт приобретаете, и вот такой наборчик за 99 гривен. Ноты этого аромата нероли, лиловая гордения и мускус. Я в нем слышу пудровость, цветочные ноты хорошо слышны. И 60% скидки на аромат при заказе любого продукта из этого каталога. Ну и на этом все. Благодарю, что были со мной, и до новых встреч. Пока-пока. А эти продукты я использовала для своего макияжа. Ну и маникюра тоже.